последнее время город Видное стал похож на транзитный пункт. Днем и ночью по дорогам города проезжает большое количество грузового транспорта, минуя заторы на МКАД и других примыкающих шоссе. Кроме этого, они еще и паркуются вдоль улиц, нарушая правила дорожного движения. А что же будет дальше? Совсем скоро начнет действовать дневной запрет на выезд на МКАД для грузовиков свыше 12 тонн. Вероятно, с 1 марта этого года паркующихся на улице города больше грузов станет еще больше. Относимся к этому отрицательно. Вот живем вот в этих крайних подъездах. Вы представляете, что здесь творится? Мало того, что это бесконечный поток, и плюс это грязь, которая фонит от этих машин. Только 12 тысяч большегрузов, обслуживающих социальные объекты, получат пропуск для движения по МКАДу в дневное время. Для остальных станет невозможной даже стоянка на подъездах к кольцевой автодороге. Таким образом, припаркованные вереницы фуры на подъезде к МКАД на трассе Дон и Каширском шоссе к 1 марта должны исчезнуть. Ожидать наступления ночи водители фур должны на специальных стоянках, расположенных на федеральных трассах по направлению к МКАДу. В Ленинском районе в настоящее время пока нет стоянок для большегрузов, потому они вынуждены припарковываться на дорогах города, создавая помехи общественному движению и пешеходам. И вот один раз с ребенком проходишь, и машины летят, я не знаю. Никакого это не надо, ничего. Ну, против, конечно, фуры. Что вы сами понимаете. Жители города обеспокоены сложившейся ситуацией. Да и сами водители, желающие следовать принятым нововведениям, не смогут их реализовывать в полной мере. Интересно, когда городские власти приступят к возведению специальных стоянок? Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.